Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 5 Lite, и сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензии. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел безопасность. Здесь мы выбираем дополнительные настройки, выбираем шифрование учетные данные и нажимаем удалить все учетные данные. Нажимаем «Удалить» и вводим пароль для подтверждения действия. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.